Катерина Рождественская, ведомый российский фотомастак, журналист, перекладчик, дочка знакомитого советского поэта Роберта Рождественского, литературного критика Аллы Киреевой. Свои глубокие энциклопедичные веды, высокую культуру и великий профессиональный опыт она увособила у авторских творчих работах. Сутность фотопроекта «Приватная коллекция» первособления знакомитых сучасников у персонажей картин шедевров сусветного живопису. До прикладу, король российской эстрады Филипп Киркоров повстает у величном образе Петра Першего, а Кристина Арбакайте является героини картины «Портрет дамы с горностаем» великого итальянского мастака Леонардо да Винчи. Вот этот синтетический жанр, он до Екатерины просто не существовал. Она родоначальница этого жанра. Более того, она единственная, кто в этом жанре работает, потому что все, кто пытался ее повторить, так или иначе терпели фиаско. Ни у кого это не получается. У подрыхтовцы проекта выкарыстовываются уникальный грим, стилизованные уборы и специальная техника опрацовки фотографий. Однако и гэтые складанные манипуляции не робят героев непознавальными. На полотнах позируют знакомые сучасные особы, так умело уписанные у антураж минулых эпох, что подобенство с прототипами часом доходит до полной идентичности. У 2012 году наведывальники палац Румянцевых и Паскевича уже имели махчимость познакомиться с часткой работ приватной коллекции Катерины Рождественской. Гэтая выстава грунтовно пополнилась новыми фотокартинами. То, что было представлено ранее, также сейчас на коллекции имело большой успех у гомельчан. Было масса посещений, откликов добрых, хороших. И я думаю, что сегодня такой же отклик, такое же позитивное настроение эта выставка предложит гомельчан. Большим удовольствием хотим пригласить вас на выставку Екатерины Рождественской. Ждем, надеемся, что вам все будет интересно и познавательно. Вероника Ворошилина, Валерий Гапань, Коттель, радиокомпания «Гомель».